и начал говорить, и было очень много вопросов относительно вчерашнего суда, Верховного суда, президиум Верховного суда, это такая высшая юридическая инстанция. Большинству юристов России, которые занимаются судебными процессами, на самом деле ни разу не посчастливилось оказаться на заседании президиума Верховного суда Российской Федерации. Я уже там был дважды. На самом деле ничего хорошего в этом нету, потому что туда я попадаю, потому что мы выигрываем дела в ЕСПЧ, мы доказываем, что дела, которые возбуждают против меня, против моих родственников, они сфабрикованы. И вчера произошла достаточно, на самом деле, грустная вещь для всех юристов России, потому что Верховный суд отказался выполнять решение ЕСПЧ, по которому он должен был отменить, отправить на новое следствие или на новый суд. Приговор по делу Ефрашей должен был вчера, безусловно, освободить моего брата Олега Навального, который уже 3 года и 4 месяца находится в тюрьме, будучи заложником. Большую часть из этого времени он просидел в одиночной камере, он до сих пор сидит в строгих условиях содержания, так называемых. Они должны были его отпустить. И мы понимали, что эта судебная система такая гадкая, отвратительная, они что-то такое придумают, но в любом случае, честно говоря, я шел туда в таком настроении, что там будет какой-то подвох, но в целом они его отпустят. И он, насколько я понимал, все-таки рассчитывал, что отпустят, через какое-то время, может быть, снова заставят досиживать, там еще 2 месяца осталось, но этого не произошло. Мы-то надеялись и рассчитывали на то, что они выполнит решение ЕСПЧ, но каким-то обманным образом, потому что такое прямое неисполнение решения — это все-таки весьма скандальная вещь, прямое нарушение Конституции. Европейский суд является частью российской судебной системы. По делу Киров-Леса они же сделали как? Они отменили приговор, отправили на новый суд, и суд вынес такой же точный приговор, вплоть до ошибок орфографических в тексте приговора. Мы думали, что будет что-то типа этого. Они сделали гораздо проще. Там вот вышел дядя с усами, и буквально это все заняло, наверное, секунд 15. Он сказал возобновить производство по делу. Мы такие ждем, что следующая будет фраза «отменить приговор». А он говорит «и оставить приговор без изменения». И там реально была такая немая сцена, и мы, журналисты, и все такие молчим. И спрашиваем «и это все?» Они говорят, и это все, уходите из зала, сейчас здесь новое заседание. Для юристов, для тех, кто разбирается в процессе, эти люди понимают, насколько это такая важная и очень грустная штука, публичный отказ выполнять решение ЕСПЧ. Это не связано со мной, не связано с политическими делами, но от этого зависит очень много людей. Десятки тысяч людей в России обращаются в ЕСПЧ, многие выигрывают. Россия вновь сейчас вышла на первое место по количеству жалоб ЕСПЧ. По-моему, первое место. На втором Турция или Украина, но Россия сейчас снова вышла на первое место. Это очень важно, и вновь это показывает нам, что за первый месяц, всего лишь первый месяц Путина у власти, прямо мы стремительным домкратом куда-то там падаем просто вниз. И деградация страны, если мы не остановим ее, она будет очень быстро, и отразится она не только в каких-то политических вещах, суды, свобода прессы, интернет, но она отразится и просто там в деньгах, в доходах, в том, что бизнес загнется, рабочих мест будет меньше, зарплаты будет меньше, продукты будут дороже, мы просто все станем беднее.